часть того огня, который передается прямо сейчас. И если вы чувствуете этот зов, быть частью пробуждения, это для вас. Это мой путь, это моя жизнь, это мой Господь. Сошла такая сила любви, что она меня подняла с кровати. Я чувствовала, что меня разорвет, как бомба изнутри. Если я куда-то ее не передам, я схватила моего маленького сына, я кружилась по комнате. Я должна была куда-то эту любовь немножко раздавать. В нашей программе сегодня, я бы сказала, почти легендарный человек. Человек, который вынес на своих плечах часть великого пробуждения, часть большого движения евангелизма. Легендарный, потому что Таиса Котова является частью и продолжением великого дела Ивана Проханова и большого, скрытого от широкого взора евангельского движения, которое подавлялось в коммунистические времена. Она потомок вообще древнего христианского рода, многих поколений. И мы можем узнать, как вообще Бог может действовать в жизни человека, который является частью благословенных поколений. Бог говорит: «Я благословлю до тысячного рода тех, кто любит меня». Да, и вы являетесь как раз таким человеком, Таиса. Но в этой программе мы как раз вот и узнаем, скажем, то, что обычно, ну, не говорится, о том, что же происходило в вашем сердце. Работал ли Бог как-то персонально с вами? Каким был путь ответа юной девочки, девушки, когда вы ощутили зов какой-то? Был ли этот призыв такой явный? Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, если начинать с самого детства, то, конечно, мы с моей сестрой воспитывались верующей. Не могу сказать верующей семье, хотя папа был тогда у нас католик, но номинальный и не очень верующим. А моя мама и бабушка, они были очень глубоко верующими. Поэтому мы были воспитаны ими в основном в вере. Мы очень верили в Бога, очень любили Бога, насколько мы понимали, конечно, нашей детской веры. Так как моя мама часто, я могу сказать, несколько раз попадала в больницу и была просто буквально при смерти, то мы с крошечки, моей сестрой, молились: «Боженька, не отними у нас маму». Это были наши молитвы, наши ночные молитвы. Мы прислушивались, дышит ли наша мамочка. То есть это было не очень просто, не очень легко, но зато мы познавали Бога. Даже уже с крошечки. Но, несмотря на это, мы выросли и немножко пошли в мир. Это не значит, что мы пошли грешить в этот мир, но мы пошли в мир. Мы просто были воспитаны так, что мы не любили то, что не любит Иисус. Но, несмотря на это, мы не ходили в церковь. Наверное, потому что папа какое-то отражение от его отношения к церкви на нас отложилось. Но когда выросла я, вот вышла замуж уже, и начались трудности, конечно, я вспомнила про Бога. Вспомнила, что есть посты, есть молитвы. И обратилась уже серьезно к Господу. И первый раз я встретилась с Ним именно из-за одной из трудностей с моим мужем. Когда я просто стала на колени взывать к Нему, и я увидела, как Иисус ласкает девушку, блондинку, у меня тогда были длинные волосы, и Он ласкает ее, такой нежный. Я думала: «Боже, кого Он ласкает?» И когда эта девушка обернулась, я увидела свое выглядит, собственное, знаете, лицо. Слово «ласкает» немножко такое для кого-то. То есть Он гладил ее по голове. Он ласкает как отец, как очень добрый друг. И это именно ласка от Него шла. Такое тепло, такая нежность, наверное, это было то, что так необходимо было в тот момент. Но, конечно, в Него влюбишься, безусловно. И я просто почувствовала вот этот зов, вот к этой любви. Знаете, каждая девушка имеет такое внутри себя: принц на белом коне. Я его встретила. В Иисусе. Это был мой Иисус. И я думаю, что когда человек имеет призвание, то оно с детства тянет, манит. Человек не понимает, как и я. Я не понимала. Я не понимала, к чему я призвана. Может, даже и сейчас еще не понимаю, к чему я призвана до конца. Но вот этот призыв меня манил. Я стала его искать, я просто стала его искать. Искала его как умела, как могла, как меня научили родители. И вы знаете, я с ним встретилась. Я встретилась с ним, могу сказать, лицом к лицу. И во время моего покаяния. Во время моего покаяния оно тоже было очень уникальным, потому что я пришла на служение,
и на молодежное, и не собиралась каяться, просто пришла, стали все на молитву, и вдруг я увидела Иисуса, я увидела Его на живую, и Он смотрел на меня, и Он сказал все. Он сказал все, что надо было сказать, какая я нечистая, какая я грешница. Я начала рыдать, буквально рыдать. И тут же услышала голос дьявола, который сказал: «Вот ты плачешь, а тебе никто не поверит». А мне было уже все равно. Я сказала: «Отойди от меня, мне все равно, кто мне поверит, мне не поверит». Я продолжала рыдать и каяться. И он мне говорит: «А у тебя сейчас тушь потечет». Да мне все соблазны равно. Девушки, искушения. Да, тушь течет. Мне все равно, я видела Иисуса. И когда я вот это приняла решение, что мне все равно, я избираю Иисуса. Он стал приближаться ко мне, приближаться, и просто растворился во мне. Это было мое покаяние. И вот так он влек меня, он все время меня влек. Вот эти слова: «ты влек меня, и вот я увлечен», относятся ко мне, наверное, как и к каждому. Но я как-то это особенно прочувствовала. Сколько вам было тогда? Молодая, лет 21 год, наверное, мне было тогда. Вот такое было у меня интересное покаяние. Потом было крещение в баптистской церкви. Вы знаете, это тоже было интересно, потому что вот эта жажда по Господу снедала меня. Но так как у нас были такие правила жесткие, я должна была сдать какой-то экзамен, я уже даже не помню какой. И я шла с таким трепетом, думаю: если я не сдам экзамен, я пойду в православную церковь и покрещусь. Я не могу, как это так? Я не сдала экзамен. Ну, Бог помиловал меня. Я сдала этот экзамен, и меня крестили. И когда я вышла с крещения, мне казалось, я обниму весь мир. Я буду целовать всех, кто в трамвае. Это было что-то. Это было очень сильное переживание. Очень сильное переживание. И посещение такого Божьего присутствия. Очень сильное, очень. Вот именно любовью. Но несмотря на это, я подумала, что я недостаточно его люблю. Как-то почувствовала, что недостаточно. Наверное, осознанно могу сказать сейчас, почему мне не хватало этого. Потому что я понимала, что я не могу отдать жизнь за него. И мне этого не хватало. Я попросила его, чтобы он дал мне любовь. Я сказала: хочу любить тебя, так как ты достоин. Вы знаете, я продолжаю просить это. Потому что я хочу любить его вот этой небесной любовью. Так, чтобы никакие корни не пускать в землю. Чтобы все, что меня еще где-то как-то удерживает, было обрублено. Это моя мечта. Но когда я попросила у него любовь, он пришел ко мне ночью в любви. Это было и посещение, и крещение любовью. Может быть, никто не слышал о таком, но я это испытала. Сошла такая сила любви, что она меня подняла с кровати. Я чувствовала, что меня разорвет, как бомба изнутри. Если я куда-то ее не передам. Я схватила моего маленького сына, я кружилась по комнате. Я должна была куда-то эту любовь немножко раздавать. 2 недели я ходила вот так вот, сияя, улыбаясь, у меня болели мышцы. Я немножко их опускала, чтобы отдохнуть, и опять вся сияла. Это необыкновенно. Но вот эта любовь, наверное, Бог дал специально, чтобы проходить все трудности, которые дальше я проходила. В связи с гонениями, в связи со всеми трудностями. И она меня поддерживала, она меня толкала и толкает по сей день. Она манит по сей день, она не дает покоя. Эта любовь создавала церковь, первую церковь, которую так и называли «Тайна церковь любви». Она действительно там действовала, любовь Христа. Да, и начиналась она тоже очень странно. Я не собиралась быть ни пастором, ни кем, абсолютно, потому что я была в Грузии. В Грузии женщины, ну, как-то вообще в христианстве не очень признают служителей женщин, тем более в Грузии. Поэтому я даже не претендовала. Я просто хотела ему служить, хоть пирожки печь, чтобы кто-то в это время проповедовал, с чего я начинала. Я у себя в доме приглашала людей, сама просто готовила для того, чтобы их угощать. Но люди шли, их манил Дух Божий, он просто их приманивал. Вот это помазание, крещение любви. Это помазание, да, оно действует. Оно манит там, где оно есть. И народ приходил, народ слушал, народ просто наполнял квартиру, знаете, это было очень удивительно. Я, конечно, искала мужчин, которые бы возглавляли это. Хотя, когда я пригласила одного из лидеров, он сказал: «Тай, ну это, у тебя же уже церковь». «Ну я же женщина». Вот у меня было такое понятие: «Я же женщина, ну пусть будет он». Но несмотря на то, что он вроде как старался проводить служение, после служения все обращались ко мне и говорят: «Теперь ты скажи». Ну потому что Бог хотел так. Наверное. И так образовалась наша церковь. Это так образовалась церковь, и началось пробуждение. Мы об этом поговорим в еще одной программе. Программе «Жизнь, призвание» с Таисой Кутовой. Я приглашаю вас
к тому, чтобы вы обязательно посмотрели, потому что это часть того огня, который передается прямо сейчас. И если вы чувствуете этот зов, быть частью пробуждения, это для вас. Таиса, я хочу вас попросить поделиться уроками жизни относительно такого важного события, как брак, как семья, создание семьи. Что, какие уроки вообще вы могли бы рассказать, раскрыть нынешнему поколению, исходя из своей семьи? В первую очередь я хочу сказать, что надо искать в Господе. Надо искать, чтобы Бог направлял и Бог дал супругам. Это очень важно. Когда ты ищешь Бога, когда ты ищешь того, который любит Господа, ты нашел то, что надо. К сожалению, так как я вот немножечко и говорила, я пришла все-таки, несмотря на то, что верующая, из мира. Поэтому и муж у меня был из мира. И это были определенные трудности. Несмотря на то, что он вроде как принял Христа, вроде как шел рядом, вроде как, но его раздражало очень многое. Его раздражало пробуждение, его раздражали люди. Он хотел все-таки вести свой образ жизни. У нас не было взаимного понимания. Угу. Хотя он первое время пытался препятствовать потом, ну, против рожна невозможно идти, угу. Если влёг Бог, то все-таки ему приходилось под конец, терпеть, да? Да, да, нам приходилось много ему терпеть и мне терпеть, mm-hmm. до какого-то предела терпения. Вы знаете, когда приходило очень много людей и было большое наполнение Духа Святого, mm-hmm. то в нем это вызывало обратную реакцию, к сожалению. Не радость, да? Нет, к сожалению. Да, к сожалению. Это длилось какое-то время, пока мы не уехали, пока нас Бог не вывел из Грузии, пока не привел нас даже в Англию, где я сейчас живу и где сейчас у меня церковь. Все-таки его это сорвало. Он ушел, избрал себе другую религию. Я верю, что Бог его силен обратить, что он должен пройти какой-то определенный путь, но пока что он не со мной. И я очень советую искать в Господе. Искать Можно Боге. Вам откровенный вопрос? Вот сейчас, если бы вы отсюда советовали себе, той молодой девушке, помимо того, что искать в Господе, если бы у вас получалась такая ситуация, что нет молодого человека вот для вас, вы бы остались одна, лучше предпочли бы вот такой путь? Вы знаете, что я вам скажу? Когда мы разошлись, то Бог сказал мне прямо: «Я хочу попросить тебя дать мне обещание остаться одной». Я, конечно, немножко переболела, но я дала обещание ему. И я понимаю, что я его настолько люблю, моего Господа, что его место в моей жизни никто не заменит. И, наверное, если бы вернуть с моим сегодняшним пониманием, то я бы предпочла, как Павел. Быть одной, но с я Господом, понимаю, насколько для меня любви. Это блаженство. Я никому не советую. Это мой путь. Так же, как mm-hmm. и Павел, он не советовал. Хотя он и посоветовал, сказав, mm-hmm. что это блажение. Но я благословляю и радуюсь за других. Это мой путь. Это моя mm-hmm. жизнь. Это мой Господь. Да, да. Павел говорил, что это скорее пожелание, да. чем повеление. Ни в коем случае не повеление. Да. Я говорю еще раз, я радуюсь, когда я вижу хорошие пары. Я радуюсь, когда я вижу пары вместе в Господе. Я благословляю пары и браки. Но мой путь другой. Как вы поняли, что есть ваше призвание? Как вы это понимаете сейчас? Сейчас, может быть, я больше понимаю, чем тогда. Если честно говорить, то это не ко мне. Я не понимала настолько. Я просто хотела ему служить. Я хотела раствориться и не быть, и не жить для себя. Это была моя мечта. Я старалась просто быть полезной, быть там, где он хочет быть. Я никак не ожидала, что он выведет меня из той великолепной церкви, которую я имела на дому. Mm-hmm. Это было для меня трагически. Но я просто знала, что я не могу ему отказать. Никогда. Что бы он ни попросил от меня, я и сейчас никогда не смогу ему отказать. Он это знает. Это для меня хуже смерти. Понимаете? А то, что я буду когда-либо пастором, хотя это уже и была, но я себе это звание не присваивала. И никогда не думала об этом, и никогда не собиралась это иметь. Мне хотелось всегда чьи-то руки поднимать, чьи-то руки поддерживать, быть где-то в тени и просто помогать, и просто служить. Но, как однажды мне сказал Бог, за то, что ты не хотела никогда быть впереди, я не стыжусь поставить тебя впереди. Это были его слова.
И когда он привел меня, провел через интересный путь и привел меня уже в Лондон, и там я не хотела быть пастором, мне не приходило в голову, но я знала, что я должна служить, потому что он дал мне богатство. Он дал мне слово раскрытое, можно сказать, дар понимания слова. Учительский дар. Я могла советовать, я могла знать, я знала, я хотела этим делиться. И пыталась делиться с другими, помогать, чтобы поднимались другие пастыра, но, к сожалению, они не совсем понимали это. Им казалось, что я, может быть, претендую на их места, не знаю. Как-то не совсем осторожно, очень осторожно к этому относились, пока Бог не сказал, что я должна иметь свое. И он этому сопутствовал. Вы знаете, я никогда не выходила на улицы, чтобы зазывать людей. Он просто приводил сам. Вот специфика, наверное, моего служения, что он все приводит сам. Он приводит сам людей. Он сам дал церковь. Я просто чуточку расскажу, это тоже очень интересно. Когда он уже привел достаточно много людей в нашу церковь, это была домашняя церковь. И мы буквально стояли друг перед другом, нос к носу. Я сказала: «Господь, ты ведь обещал мне, ты сказал, что ты будешь все, в чем я нуждаться буду, покрывать. Ты мне обещал». И вы знаете, я молилась всю ночь, потому что это стало уже для меня проблемой. Нужно было здание. И на утро, это кажется сказочным, но это наш сказочный Бог, полон фантазии. На утро позвонил пастор английской церкви и сказал: «Я слышал, вы ищете здание». Вы знаете, я на минутку отложила трубку и сказала сама себе: «Кто услышит, у них в ушах зазвенит, что делает мой Бог». И он говорит: «Придите, посмотрите». Ну, конечно, я побежала. Вы знаете, после этой маленькой комнатки, когда я зашла в это здание, оно мне показалось громадным. Нас было тогда всего 40, а это здание было на 200. Вы знаете, мне казалось: «Боже мой!» И вдруг Бог мне говорит: «И этого будет вам мало». И вы знаете, вот так махнул рукой и показал мне огромный зал. Я увидела видение, огромный зал, и моя группа прославления, которой еще не было, выходит на сцену с песнями, с ликованием, и весь народ встал и ликовал, и аплодировал. Я такое увидела. Это пробуждение, которое грядет. Но Бог тогда показал мне это. И мы еще ждем. Мы ждем, что будет места мало. Мы все время пересматриваем, подставлять стулья или еще нет. Проверяйте. Да. Вот так он призвал, и так он ведет. И это призвание, вы знаете, я знаю, еще не окончено. То есть я еще не пришла к тому месту, к чему определена. Вот я внутри себя это ощущаю, что я еще на пути, я и в церкви говорю: «Вы знаете, это только школа, к чему-то нас Бог готовит, я здесь только учусь». Таиса, огромное вам спасибо за вот это послание, послание любви, послание удивительных взаимоотношений с Богом, живого Бога, которого действительно люди слышат, чувствуют, который сам созидает свою церковь через вас, и что вы сказали ему «да». Всегда говорите, всегда ждете его и следуете за ним. Спасибо за то, что вы настоящее живое письмо. Дорогие, я рада вот тому, что у вас есть возможность прикоснуться чуть-чуть вот к этому помазанию, к этому событию, к такому человеку. И я уверена, что за образом Таисии вы увидите того, кого она любит всем сердцем и всей душой. Пусть он будет вашим знаменем и станет частью вашего сердца и жизни.